Привет, друзья! Предлагаю вам один из рецептов творожной пасхи. Делать я ее буду без яиц, поскольку творог скоропортящийся продукт, поэтому многие делают ее в пятницу или в субботу. Нам потребуется творог у меня домашний, высыпаю сахар, затем добавляю масло размягченное, у меня полурастопленное, и сметану. Сметана у меня также домашняя. Все это перебиваю блендером до однородного состояния. Вот такая вот масса у меня получилась. И у меня есть такая форма для творожной пасхи. Я ее простилаю марлей и буду заполнять ее полностью до краев творожной массой. После того, как заполнили, закрываю концами марли полностью эту нашу форму. Под форму я ставлю груз сверху, а под форму нужно какое-нибудь блюдечко или мисочку, чтобы стекала сыворотка. И оставляем на ночь в холодильник. Вот на следующий день такая вот сыворотка у меня стекла. Открываем нашу марлю, это на следующий день. И переворачиваем ее, она очень легко вынимается. Вот такая вот творожная пасха у нас получилась. Снимаю марлю. Она отлично держит форму. Вот такая пасочка получилась. Не забывайте ставить пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик. И всем до скорых встреч!